Добрый день, наши уважаемые покупатели, магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. Итак, мы продолжаем обзор нашей коллекции, которая выполнена из премиальных тканей Baby Suri Alpaca. Напоминаю, что ткань альпака в 7 раз теплее шерсти. Это очень важно, когда вы выбираете изделие, вы всегда обращаете на состав. Это ваша великолепная теплоотдача и, конечно, износостойкость. Данное пальто, срок вообще жизни этих пальто до 7-8, а порой и до 10 лет. Это действительно так. Данное пальто выполнено полупальто в длине 75 сантиметров. Мы его увеличили на 5, чтобы, в общем-то, даже при моем росте оно закрывало бедро. Длина рукава стандартная. Мы можем подвернуть либо развернуть. То есть фабрика не экономит и еще очень хороший ставит подворот. Вообще мне нравится эта модель тем, обращаю ваше внимание, передние планочки выполнены абсолютно спокойно, без припусков, без швов лишних, да, а по спинке оно выполнено в стиле бомбер. Вот такое вот шикарное изделие у нас будет работать в сезон. Размерная сетка здесь 44 по 54 и даже 56 размер. Вообще, если мы сейчас посмотрим поближе эту ткань, это не просто альпака, это, в общем-то, Baby Suri альпака 75% и 25% Virgin Wool. Это самая высокая категория шерсти. И это кустовая альпака. За счет этого данное изделие смотрится не просто как пальто, а пальто-шубка более объемная. Конечно, здесь никакие ветра и морозы до минус 10-15 не страшны. Для любителей автоледи спина остается свободная, с припуском. Очень удобно присаживаться и обращаю ваше внимание, по спинке она слегка, эта модель идет на удлинение, то есть плюс 2, ну 3 сантиметра, да, вот таким вот образом. Очень удобное движение в городском ритме, пройма снижена, база груди остается свободной и никаких лишних швов здесь нет. Карманы есть, они прорезные, в отделке используется финская черногорка, длинноворсовая. Мы видим хорошую ось, подпуш, да, здесь. И, конечно, такое ощущение, что мех просто не спадает. Здесь он не столько даже для тепла, это однозначно, а сколько для красоты. Конечно же, черногорка в серебре с мехом, в общем-то, мех и цвет серебро, серый, оно сочетание делает великолепное. Итак, длина изделия 75 сантиметров. Рост у меня 168, вы очень часто спрашиваете. Стоимость изделия для наших подписчиков 69 900. Кустовая альпака отличается тем, что при производстве ткани она перевязывается как кустик. Да, как кустик, и за счет этого, в общем-то, пальтишко смотрится таким вот объемом. И издалека даже многие у нас путали, что это как шубочка. Да, такой вот прям эффект шубки. Итак, данный рекомендованный температурный режим, вы часто обращаетесь с этими вопросами, плюс 10 и минус 10-15. Прошло первое похолодание, первые заморозки, одеваем пальто и практически носим, в общем-то, всю зиму. В зависимости от региона проживания и, конечно же, у каждого восприятия холода свое. Ну, еще раз хочу показать вам по спинке. Выбран великолепный цвет, цвет серый, он всегда остается базовым, классикой, как и черный, и, конечно же, вне времени. Успевайте, потому что таких цен в сезон на премиальную ткань Baby Suri Alpaca, Alpaca Virgin Wool, конечно же, не будет. Потому что, ну, есть и надбавки, и другие обстоятельства, которые делают изделия премиального класса на порядок выше цены в сезон. Итак, мы, как всегда, будем ждать ваши мерки, это объем груди, бедер и вашу ростовку. Пожалуйста, прибавок по объемам не надо, мы их сделаем сами. Далее, мех здесь съемный, и если вы зашли в помещение и расстегнулись, посмотрите, как красиво воротник укладывается. Он не мешает, и даже в застегнутом виде он ниспадает по лицу. Это тоже очень большой плюс. Далее я обращаю всегда большое внимание, подбортовка, кстати, на кнопках выполнена, да, пальто, подбортовка идет очень большая, да, то есть фабрика, опять же, не экономит, черногорочка идет съемная. Ну и на сегодня, наверное, все, на этом
мы показали вам одну модель в одном цветовом решении, а также будет представлена в черном цвете, но другая модель, и, конечно, цвет горький шоколад. Это кустовая альпака. Успевайте, предложение ограничено, а у ее мечты, как всегда, есть имя Олимпия, и мы идем дальше.